Слава тебе, Господь. Видение продолжается, и сейчас я вижу, как на вершине Синая наш царь славы, Господь Иешуа, сам лично, он разговаривает с Моисеем. Я стою в стороне и наблюдаю за ними. Иешуа спрашивает Моисея: Моисей, ты рад, когда люди соглашаются и всходят сюда, на духовный Синай моего отца? Моисей говорит: я счастлив от этого. Иешуа говорит: я знаю. Каждый раз, когда ты счастлив от этого, ангелы приносят мне весть, что Моисей сильно и сильно смеется и радуется. Шемахамабея хададекирдея. Иешуа убирает свой взор с Моисея и смотрит на меня, хотя я стою вдалеке. И он мне говорит: Игорь, иди к нам, не бойся. Я подхожу. Удивительно, Господь, Царь Слава наш Иисус Христос, Он так по-простому сейчас выглядит. У Него добрая, полная улыбка любви. Он так просто выглядит. Он весь в белых одеждах. И он мне говорит: смотри наверх. Я смотрю, над моей головой опять летает голубой голубь. И он мне говорит: кому начинает приходить уже голубь, это переход на новый уровень. Он будет много-много раз приводить к тебе. И будут скрытые видения, которые будут даны лишь только тебе. Это голубь от моего престола. И мой отец его посылает каждому, кого он избрал. И Иешуа мне продолжает говорить: Аще Махадеха. Весь этот год мы с отцом будем ожидать количество вошедших сюда на духовную Синай, чтобы наделить людей силой, славой наших небес. Малодушных и маловерных Ищимберемерекеремерек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 
Но сейчас идет серьезный призыв. Всем, всем, всем передай это, Игорь, говорит мне Иешуа, взойти на духовный Синай. В его руках появляется большой свиток, он дает его мне и говорит: открой. Я открываю его. И по всему свитку я вижу написано, начертано кровью, любовь. И он мне говорит: сбрось прямо сейчас этот свиток на землю. И ты увидишь, как множество рук жаждущих начнут его подхватывать. Я кидаю этот свиток на землю. Он долетает до земли. Я вижу много-много различных людей, верующих, я так понимаю. И каждому достается в руки этот свиток. Но среди этого много, гораздо меньше среди тех, кто не принял этот свиток. И Иешуа мне говорит: то, что ты сейчас сверхъестественно увидел, это тот малый остаток, который в этом году поднимется на Синае. Я не хочу тебя огорчать, говорит мне Иешуа, Игорь, и огорчать многих других. Но многие, которые молятся сейчас за пробуждение, они далеки от моей истины. Многие не знают сердца моего отца. Многие делают из меня не Господа, а просто идола, говорит мне Иешуа. И я вижу, как его в глазах появляются слезы. Они постятся, они соблюдают причастие, даже омывают друг другу ноги,
они делают это все как обряд. Почему они делают из меня идола? Потому что они используют мое имя во время своих религиозных церемоний, совсем не зная сердца моего отца. Я жажду вместе с моим отцом, говорит Йешуа, чтобы многие-многие отреклись от себя сейчас и поднялись на этот духовный Синай. Ищем и каких. Здесь каждого встретит мой друг Моисей. Ищем и каких. Вместе с голубым голубем, говорит мне Йешуа. Ищем и каких. Здесь каждый будет выкупан в золотом озере и обретет силу любви навсегда. Ищем и каких. Передай народу, что я с отцом ожидаю здесь верных. Здесь вы будете жить реальной жизнью небес. Для этого от вас требуется только одно, говорит Йешуа. Отказаться от похоти этого мира. Ибо многие-многие, они просто одержимы похотью этого мира, суетой и своими личными делами. Жертва времени, вот что так важно для меня, говорит Йешуа. И кто даст эту жертву, тот пожнет. Амен. Видение прекратилось. Очень насыщенно было сегодня. Слава Богу, размышляйте, молитесь. Я думаю, что все настолько по-детски понятно. Пусть Бог сильно-сильно вас благословит. И пусть помазание святого для тех, кто кроток и смирен, пребывает на вас. Во имя Йешуа. Аминь.